Терморегулятор Thermorecte i950 от шведской компании Thermo – это современный интеллектуальный термостат с возможностью программирования. TI-950 автоматически регулирует обогрев помещения за счет встроенного комнатного датчика и наружного датчика пола, что повышает точность контроля температуры. Сразу после монтажа терморегулятор готов к работе. При первом включении на дисплее появится окно выбора языка. С помощью кнопок навигации выберите необходимый язык и нажмите ОК. После выбора языка устанавливается время и дата. Настройка производится с помощью кнопок навигации и кнопки ОК. После этого TI-950 уже начал свою работу и регулирует температуру помещения. На дисплее отображается текущая температура обогрева, а также символ измерительного датчика. Комнатный датчик. Датчик пола. Терморегулятор TI-950 имеет 4 автоматических режима работы. Для того, чтобы перевести TI-950 в автоматический режим, достаточно войти в меню и выбрать режим «Авто». Для детального программирования терморегулятора вы можете задать время работы и температуру обогрева для каждого дня, в зависимости от вашего графика. Нажимаем меню «Установки», далее «Пользовательские настройки», «Управление событиями» и выбираем 7.0. Это позволяет нам установить температуру для каждого дня недели. Возвращаемся в предыдущее меню и выбираем пункт «Управление событиями». Здесь мы задаем время включения и выключения, а также температуру обогрева для каждого дня. При этом день делится на 4 интервала для экономии электроэнергии. Указывается время, когда вы дома и когда отсутствуете. Значок «Дома» на экране терморегулятора говорит нам, что выбран автоматический режим. Для выбора ручного режима нажимаем меню и выбираем пункт «Ручное». Задав нужную температуру TI-950, будет автоматически ее поддерживать. Основной особенностью TI-950 является наличие режима адаптивной логики. Включив его, терморегулятор автоматически нагреет помещение до нужной температуры к заданному времени. И проснувшись утром, ваш пол уже будет теплым. Адаптивность включается из главного меню «Установки», «Инженерные настройки». Далее выбираем «Адаптивность», «Включить». Терморегулятор TI-950 автоматически подсчитывает расходы на электроэнергию. Стоит только задать валюту исчисления, стоимость киловатт-часа и мощность теплого пола. Нажимаем меню «Установки», «Пользовательские настройки», выбираем пункт «Настройка энергии». Теперь, после того, как информация накопится, в основном меню мы можем посмотреть затраты на обогрев пола. Меню «Расход электроэнергии». Функция «Защита от детей» позволит предотвратить нежелательные изменения в работе терморегулятора и его перепрограммирование. Меню «Установки», «Пользовательские настройки». Выбираем пункт «Защита от детей». Для снятия блокировки необходимо одновременно удерживать кнопки навигации в течение 3 секунд. Также терморегулятор TI-950 обладает уникальным режимом ЭКО, позволяющим значительно сэкономить на расходе электричества. Его включение осуществляется непрерывным нажатием кнопки ОК в течение 5 секунд. Снятие – нажатием любой кнопки. Терморегулятор TI-950 – это современный, надежный термостат от шведской компании Thermo с увеличенным сроком гарантийного обслуживания 3 года. Он идеально подходит для управления обогревом теплого пола в вашем доме, делая его еще более уютным и комфортным.